там учебные пособия. Всем сюда. Входим в Карские ворота. Увеличить дистанцию между судами. Входим в Карские ворота. Увеличить дистанцию между судами. Что делать-то? 5 градусов на правый борт. А, надо обогнуть. Так держать. Это что, как будто на палубе? 5 градусов на левый борт. Ледоколы, они же работают во льдах. Во льдах только вибрация. Вот шли вопросы о том уровне вибраций, который здесь. Выходим. Соответствует или не соответствует. То есть международный учитель немножко здесь больше, чем реальный. А первый заместитель генерального директора говорил, я вот в таком рейсе, когда ты включали на вибрации. Поэтому на самом деле очень близко. Качка слабенькая. Вот та качка, которую вы видели здесь, она, конечно, сильнее, чем здесь. Когда идешь по ледоколу, а переход от 1 до 2 суток по открытой воде, прежде чем полностью качаете, доходит. Мощность на реакторе 80%. Они как и ИСО. Он болтает со стороны цвета. Всем сюда. Впереди тяжелые льды. Соблюдайте дистанцию. Нажимайте. Айсберг. Тяжелые льды почти заверяющие. Не, не. Домой. 20 градусов на левый борт. Поехали. Что ты? На экран смотрите. Быстро не может идти лед кругом. Если будете смотреть на экран, немножко больше качки будет, потому что компания возвращаемся Transas, к прежнему курсу. 20 градусов на правый борт. Ты смотришь на экран, и тебя уже качает. Так держать. Еще как раз у нас программа информационного центра сделана компания Transas. Осторожно, не задавите медведя. Рулевой самостоятельно бить через медведя. Все, если это можно снизу, то есть вертолеты. Входим в Енисейский залив. Ледокол Ленин закончил работу каравана. Благодарю за хорошую работу, 7-100. Капитаны судов, у вас есть претензии по проводке? Мостику. Снижаем мощность в реакторах до 30%. 30% на реакторах. Боцман, мостику, отдать буксирные концы. Угревные концы можно продолжать движение.